Что теперь со мной будет? Как мне быть? Откуда я знаю, что с тобой будет? Ребенка хотя бы пожалел. А что его жалеть? Разве он мой? Я покончу с собой. Делай, как знаешь. Жизнь и деятельность товарища Мирьяна Табидзе является примером служения нашей партии и нашему народу. Благодаря лично ему, завод, которым он руководит, получил почетное звание предприятия коммунистического труда и вот уже в седьмой раз награждается переходящим знаменем Республиканского профсоюза. Знаменем, который я с удовольствием вручаю победителю. Товарищи, учитывая огромные заслуги Мирьяна Табидзе, его организаторский талант, глубокие теоретические знания и практические навыки, мы решили выдвинуть Табидзе и назначить его управляющим трестом. Поздравляю. Какой простой человек, министр. Сколько он пел, танцевал, веселился. Прекрасно провел время. И знаешь, глаз не сводил с нашей девочки. Заместитель он. Впрочем, Мирьян говорит, что его скоро произведут министром. О чем он с тобой говорил? Спрашивал, почему я одна без мужа. Ну и ответила бы, почему. Отстань от меня, Нуца. Папа, где детская коляска? В гараже. Мирьян, правда ли то, о чем вчера говорили? Правда, правда. Почему же ты скрывал от нас? А зарплату тебе прибавят, Мирьян? Когда это было, малыш, чтобы я отчитывался перед этими дамами? Чего им не хватает? Скажите, мои дорогие, мало вам деликатесов или нарядов? А что мы особенного имеем? Вас послушать можно подумать, что вы на пенсию свекра живете. Скажите, дорогие, когда-нибудь вы нуждались? Что-нибудь вам не хватало? Особой радости я от тебя никогда не видела.
Мама, шехеде, мама. Папа, посмотри. Что это такое? Непостижимо просто. В чем дело? Чего вы разволновались? Дети, наверное, вчера играли. Видите, и на асфальте написано. Не вчера, а сейчас появилась эта надпись на наших глазах. Значит, вчера стена была мокрая от росы, а сейчас солнце высушило и обозначило. Что все это значит? Объясни. Откуда я знаю? Детей разве поймешь? Выдумывают всякие слова. Здравствуйте, Бадон Умирьян. Вы, наверное, теперь другого водителя возьмете. Почему ты так думаешь, Рома? Значит, оставите меня. Измучила меня эта развалюха. А какая новенькая Волга дожидается нас в гараже Треста. Здравствуйте. По пути на дачу на базар заезжайте. Хорошо. Папа, у меня сразу возникло подозрение, но я не могла вспомнить. Эти слова что-нибудь значат по-английски? Нет, папа. Этими словами всемогущий Рок предсказал гибель вавилонского царя Валтасара. Ну и что? Его, оказывается, в ту же ночь убили. Значит, меня тоже убьют этой ночью. Что ты говоришь, папа? Глупости такие. Ты все-таки приезжай ночью на дачу. Ты должна верить, что с твоим отцом никогда ничего не случится. Да, ну, двери хотя бы запри. Ты думаешь, запертая дверь остановит твой рок? Бадон Умирьян, вам звонил Херхадзе, просил срочно зайти. Там, подонок. Калмарджес.
Здравствуйте. Здравствуй, Мурман. Прости меня, брат. В тот вечер мне не здоровилось, зуб разболелся. Но я его выдернул, сукиного сына. Видишь, какая дыра? Медаль мне за это полагается. Ну вот, проект приказа уже готов. Сейчас я могу поздравить тебя. Спасибо. Садись-ка. Не думал я, что у этого Шавды столько сторонников. Чуть было не обошел нас. Вот в машину мне подкинул. Он действительно опасный тип. Может и меня запачкать, скажет, что я был заинтересован. Поганый он человек. Может нам поговорить с ним? Он здесь где-то. Как скажет. Найдите мне Шавди, пусть зайдет. А это возьми, спрячь. Ты помнишь, когда в районе Авлабара банк ограбили? Это его рук дело. Почему же его не арестовали? 15 лет дали. И даже сослали. Ну, как-то выкрутился. Чему приписать честь этого вызова? Заходи, заходи. Честь тут ни при чем. Мне сказали, что вы здесь. Дураком меня считаете, Несторович. С тех пор, как вы решили сделать этого человека управляющим трестом, его просто не узнать, перестал здороваться. Глядит так, как будто я им должен что-нибудь. Да, кстати, может, вы меня уволить собираетесь? Что вы, помилуйте. Во-первых, кандидатуру Мирьяна не я выдвигал. Товарищи Табидзе поддержали в верхах. Где это в верхах? Там? Не выйдет. Такими сказками меня не проведете. Я вижу, Коцо, вы не в духе сегодня. Говорите прямо, что вы против меня имеете. Нашли тоже разбойника. Пока еще я из ружья вроде не стрелял. А что будет дальше, посмотрим. И вообще, давайте не мелочиться, мы все-таки должностные лица. Вы-то, Несторич, должны знать меня, в одном районе живем. Или забыли, кто такой Коцо Шавдия? Если узнаю, кто пачкает мое имя, голову отрежу, как свинья, и сюда на стол вам положу. А если назовете человека, который худое слово во мне скажет, пулю себе пущу в лоб, не сходя с этого места. Ладно, идите и делом занимайтесь. Простите, что я немного погорячился, но я честный человек. И советую вам не ошибаться на мой счет. Вам же будет лучше. Всего вам хорошего и скоро увидите, что случится. Да он просто сумасшедший. Вот такие и порочат наше честное имя. Из-за таких и называют нас комбинаторами. Особенно это твоего треста касается. Ты должен быть твердым. Действуй смело, а я тебя поддержу. Надейся на меня. Понятно. До свидания. Что случилось? Сегодня этот тип, ее муж, остановил ее у института. Перестань, мама. Ну в чем она виновата? Он сказал, что убьет себя, если они не помирятся. Ну и пусть подыхает. Ты что-то еще скрываешь?
Она просила тебе не говорить, иначе, говорит, я утоплюсь. Она не утопится. Угощи. Ты не бойся. Она беременна. Рау? Что? Нельзя было ее отпускать одну на море. Там они случайно встретились. Ее подруги не знали, что они в разводе. А сама она постеснялась им сказать. После какой-то вечеринки у тамошней ее подруги, Ли ее зовут, из-за того, что было очень поздно, их не отпустили и оставили ночевать вместе, в одной комнате. Ну что же оставалось делать бедной девочке? Не кричать же. Ты тоже дура, веришь в эти сказки. Они еще встречаются, скажи. Упаси Боже, тогда срочно отвези ее к врачу и избавьтесь от этого. Кто там? А если он? Вот этим ножом он пытался убить меня. Где проект приказа? Где? Вот он. Только поножовщины и скандала нам не хватает. Ты тоже хорош. Сиди себе на заводе тихо и спокойно. Все тебя знают, ценят. Что тебе еще нужно? А этот Шавдия какой негодяй, а? Он что, в Техасе живет? Я сейчас же притащу его сюда и шкуру с него сдеру. А впрочем, если в верхах его поддержат, ничего не попишешь. Плетью обуха не перешибешь. Кто Шавдия пришел? Вина? Кто?
Директор завода безалкогольных напитков Шавдия просит его принять. Он хотел войти без разрешения, но я не пустила. Чему вы здесь? Пусть войдет. Входите. Послушай, кто эта старая ведьма? Гони ее прочь, я тебе такую куколку приведу, что закачаешься. Она тоже дает. Не стыдно тебе так запираться от меня? Хотя, раз уж я здесь... Скажи, в чем дело? Садитесь. Я уже сижу, дорогой. Чем обязан вашему приходу? Ладно, Мириан, кончай базар. Не до шуток мне. Это правда? Что правда? Два дня назад Херхадзе позвонил мне, и тоже, как ты, на «вы» со мной говорил. Это при его должности. Все батону да батону. Сказал, что товарищ Табидзе отказался от назначения и предложил мне пост управляющего трестом. Я сразу кинулся к тебе, чтобы узнать, в чем дело, но он поймал меня в дверях кабинета, цепился как клещ и чуть рукав пиджака не оторвал. У меня, сам знаешь, всего один костюм, вот это. Значит, прекрасны ваши дела, дорогой Кото. Ведь вы сами говорили, если бы Табидзе не мешал мне, я бы любое дело... Пробил бы, да? А, понятно. Вот, оказывается, в чем дело. Я это специально такому человеку сказал, что он непременно донес бы тебе. Пошутил я. Впрочем, не думаю, что только в этом дело. Не такой ты человек. Нет, конечно. Потом я подумал, все взвесил, с домашними посоветовался и отказался от своего решения. Действительно, какой прок в должности? Одно мучение. Живешь для других, не жалеешь сил, а спасибо все равно никто не скажет. Вот, вот, святая правда, Мириан. Я тоже по этой причине отказался от предложения этого твоего Несторыча. Отказался? А как же? У него даже челюсть отвисла от удивления. Не ожидал от меня. Очень нужно мне в начальственном кресле сидеть с этой петлей галстука на шее. К тому же все они, эти Несторычи, за наш счет кормятся. Верно. Конечно, верно, Мириан. Давай, дорогой, поедем сейчас за город и кутнем как следует. Посмотри, какие кошечки ждут нас в машине. Тебе какая больше нравится, в красном или в черном? Вроде бы обе хороши. Они что, местные? Я сейчас. Извини, Котто, но здесь не место. К тому же дела у меня... Только не обижайся, ладно? Не можешь, не надо. Будь здоров, дорогой. Всего хорошего. Алло, Мириан Ивар. Это я, Мириан. Только что Шавдия был у меня. Это правда, что он сказал? Камарджоба, Мириан. Здравствуй, Мириан. Здравствуйте. Да, он отказался. Я права не ожидал. Что же теперь нам мешает? Восстановим приказ. Мы опоздали, Мириан. Колесо истории вспять не повернешь. Министр уже подобрал какого-то Ахаладзе. Алло, Мириан. Мириан, ты слышишь? Алло, Мириан.
Кайгета? Уже сделала? Как она? Нормально. Наш зять примчался в больницу, устроил скандал, ругал меня последними словами, кричал, что это я заставила дочку сделать аборт. Потом он на врачей набросился, убийцами, палачами, кровопийцами их называл. Знаешь, какой он? А вот про тебя ничего не говорил. Он, как видно, еще надеется на примирение. Это тоже твоя глупая выдумка. Пойди за девочкой присмотри. Уйдемте отсюда скорее. Ты видишь, бабушка, какая я несчастная. Как ты можешь такое говорить, девочка? Слава богу, что твой отец жив остался. Как он посмел? Папа правду говорил, что он меня не любит. Нет, дорогая. Не буду греха брать на душу. Он тебя любит, конечно. Мою внучку нельзя не полюбить. И отец твой достойный человек. Но что правда, то правда. Неправильно он поступил с вами. Наверное, вашу взбесило то, что ты избавилась от ребенка. Он как будто чувствовал, просил сохранить ребенка, надеялся, что мы опять будем вместе. Очень не взлюбил вашу твой отец. Даже в тебе стал сомневаться. Не о таком зяте мечтал отец. Ты звонил в милицию, Мириан? А что я им скажу? Что моя дочь связалась с каким-то негодяем, и они хотят убить меня? Нет, позориться я не стану. Я на минуту зайду и выйду. Нельзя, хочешь, я отнесу? Как они? Отлично, у тебя такой свекр, что ничего им не грозит. До свидания. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Он зовет тебя, поговорить хочет. Я ведь говорила, поостынет и помирится с тобой. Я отец. Она у меня единственная. Как бы ты поступил, если бы у тебя дочь похитили? Вы же знаете, что Нано сама пошла со мной. Честные люди так не поступают. Ты должен был поговорить со мной. Это не имело смысла. Потому что ты знал, я откажусь. И, конечно, буду прав. Разве ты можешь содержать жену? Нигде не работаешь, ни профессии у тебя, ни квартиры.
Я художник. Может, ты еще и композитор? Так любой может сказать, что он художник, артист, писатель. Сколько лет ты в академию сдаешь, и тебя не принимают? В твои годы человек должен высшее образование иметь. А ты слоняешься по чужим квартирам и малярствуешь. Вас интересует, могу ли я содержать вашу дочь и ребенка? Да, могу. И, между прочим, честным трудом. Знаешь, что я тебе скажу, парень? Труд есть труд. Честного и нечестного труда не существует. Теперь не те времена, когда тружениками называли только тех, кто землю мотыжил или кувалдой размахивал. Почему ты считаешь свой труд честным? Потому что он физически тяжелый и не требует образования? Господи, в какой стране мы живем? Честными считаются только те, кто беден и подыхает с голоду. Здравствуйте, Батон Мирьян. Вот еще один бездельник трудится. Не волнуйтесь, Батон Умирьян. Я ведь вас ничем не оскорбил. Ты оскорбил меня как мог. Чем? Тем, что полюбил вашу дочь? Я вижу, вы мне не верите, но я не боюсь будущего. Еще бы. Я знаю почему. Почему? Да потому что оно у меня единственное, и рано или поздно все мое имущество тебе достанется. Раз вы так думаете, знайте, буду умирать с голоду, от вас копейки не возьму. Моды морчат. Давай кончать этот разговор. У нас теперь новая забота. У тебя сын родился, у меня внук. Твою сырую комнату ребенка вести нельзя. Что думаешь делать? О чем думаешь? Надо срочно жилье достать. Об этом раньше надо было позаботиться. У нас так принято. Когда женщина родит, ее поначалу к родителям отвозят. Давай не будем нарушать эту традицию. Хочешь, и ты переселяйся к нам? Нет, я уже сказал, вашего мне ничего не нужно. Ну, сам знаешь. Не ссорься с ним и не раздражай его. Я сам скажу ему, что нужно. Я слышал, тебя в академию приняли. Поздравляю. Спасибо. Нано мне сказала, что у вас какая-то неприятность. Учтите, я тут ни при чем. Нано тебе сказала? Что ты? Разве я мог подумать? Женщины все преувеличивают. А все-таки, что произошло? Бывает. Все на свете бывает. И вы никого не подозреваете? Подозреваю. Я... всех подозревает. Когда кровь ударяет в голову, можно даже себя, самого себя можно заподозрить. Что вы сказали? Не стоило поднимать такого шума. Видно, какой-то новичок-охотник был. Выстрелил случайно и убежал. Только и всего. Я тоже удивился.
Но оно, видно, не так сказала. У вас дело ко мне, Бадуна Мирьян? Я знаю, что вы с ней тайком встречаетесь. Пора кончать это недоразумение. Распишитесь и отпразднуем свадьбу. Ребенок твой и должен носить твою фамилию. Папа. В конце концов, этим должно было кончиться. Хорошо, что вы сами. А я, дети мои, все, чем располагаю, что заработал за многие годы жизни, все это я оставлю вам после своей смерти. А сейчас как вы решите? Хотите, живите отдельно, хотите у нас в доме. Извольте, пусть будет отдельно. Здравствуйте, Ломкаца здесь? Вышел куда-то. Можно позвонить? Пожалуйста. Мевар. Это я. Папа, мы в ужасном положении. Опять этот грипп. У вас же 40 температура. Дай-ка мне его. Слушаю вас, Бадуна Мирьян. Заходи, Джибо, заходи. Пусть дверь будет открыта. Нет, она не должна быть открыта. В чем дело? Вы что, меня за дурака считаете? Что случилось, Джибо? Сами прекрасно знаете. Я уже 4-й месяц здесь работаю, а еще копейки не получал.
Зарплату не получал. Я сейчас Сакупьяну шкуру спущу. Слушаю, Гед Иванович. Я не о зарплате говорю. У меня жена и четверо детей, старая мать на содержании, всего семеро душ. Какая зарплата, хватит? Что, сколько у нас мертвых душ? Не твое это дело. Четверо детей. Счастливый ты человек, Джибо. А знаешь поговорку, по одежке протягивай ножки? Я виноват, что ли? Оба раза у нас двойня родилась. Мог бы и воздержаться во второй раз. А они похожи друг на друга? Смеетесь надо мной? Не я, а ты смеешься надо мной. Объясни толком, что ты хочешь. Ничего особенного. Я перешел сюда в консервный цех только потому, что мне сказали, у тебя будет своя доля. Ну и вот отсюда я никуда не уйду, пока вы мне не скажете, сколько мне причитается и когда я получу. Только вы должны заплатить мне и за прошедшие месяцы. Долг у меня целых 1000 рублей. Сколько же ты просишь? Как я узнал, моему предшественнику по кадрам вы платили 300. Но тот был одинокий человек, а нас семеро. Так что, по моим подсчетам, получается 500 рублей. Ежегодно? Нет, ежемесячно. А 300 не хватит тебе? Ни в коем случае. Зачем меня обижаете? Хотя, если сейчас не можете... Почему вы смеетесь, Гед Иванович? Действительно. Мне не смеяться, а плакать надо. Молодой человек, член партии, коммунист. Кто сказал тебе такую глупость? Кто тебе голову заморочил? Если не ошибаюсь, ты философский факультет окончил, значит философ. И это твоя философия, твоя мораль? Чего уставился на меня? Мне стыдно за тебя. Вы не стыдитесь за меня. Я еще ничего плохого не сделал. Лучше на себя посмотрите. Партийный стаж у вас побольше, чем у меня. Но я хорошо знаю, какие здесь дела творятся. Интересно, что же здесь творится? Вас интересует, разбираюсь ли я в ваших махинациях? Разбираюсь. Вы искусственно снижаете сахаристость, примешиваете к сокам всякую дрянь, выписываете фальшивые накладные, а деньги в карман кладете. Назови, кто этим занимается, и завтра же я передам их дела в прокуратуру. Вы все это делаете. Но теперь я это так не оставлю. В тюрьме сгнаю и вас, и вашего Акопьяна. Ничего мне от вас не нужно, не боюсь я вас. Стройте себе квартиры, дачи, разъезжайте на машинах, заводите любовниц, жрите икру. Официально предупреждаю тебя, если хочешь работать, работай. А не хочешь, пиши заявление и уходи на все четыре стороны. Мне работники нужны, а не философы. Этими силлогизмами ты ни одну консервную банку не законопатишь. Буцефал конь, а человек это человек. Да вы, оказывается, похлеще меня философ, по тону Мириан. Прошу принять во внимание, от вас я уже никуда не уйду. Мне даже интересно беседовать с вами. Где еще встретишь такую личность? Ты, видно, толком не понимаешь, с кем говоришь. Свыше 20 лет я среди этих людей вращаюсь. Со многими комбинаторами и дельцами знаком. Более того, даже дружу с ними. Но это не значит, что я сам такой, как они. Ты вспомни своих близнецов. И они, наверное, различаются. Разве не так? Ты на наш коллектив посмотри, кадрами заведуешь. Наш завод один из самых передовых во всей системе. Видишь, сколько у нас переходящих знамен и грамот? Говоришь, что 4 месяца у нас работаешь. А видел ли ты когда-нибудь здесь, на нашем заводе, представителей милиции, прокуратуры, народного контроля или Министерства финансов? Ревизию видел? Нет, не видел. Потому что им здесь делать нечего. Коллектив у нас здоровый, и каждый работник трудится честно и самоотверженно, чтобы не ударить лицом в грязь перед партией и народом. Очень плохо, дорогой, что за 4 месяца ты не заметил всего этого. Но ничего, это поправимо.
Я со своей стороны обещаю тебе, что все, что здесь произошло, останется между нами. Но, как старший по возрасту, могу дать тебе один дружеский совет. Не нашего круга ты человек. Здесь другая жилка нужна, другая сноровка. Советую тебе вернуться к твоей прежней профессии. Прекрасная наука, философия. Но если ты все-таки решишь здесь остаться, запомни, я директор, а ты инспектор по кадрам. Делай свое дело и не мешай мне исполнять мои обязанности. Я все сказал. Здравствуйте. Камарджубат. Здравствуйте. Абзады. Садитесь. Ткуэнэ гуарэ? Ваша фамилия? Тагуарэ Лидзэ вар, патэвчэ. Тагуарэ Лидзэ яр. А имя? Чичико. Чичико. Там все написано, уважаемый. А где трудовая книжка? Трудовой книжки у меня нет. Куда же вы ее дели? В нашей стране у всех должна быть трудовая книжка. Не знаю, потерял. Вы вывезите мне новую, и сколько это будет стоить, я не обижу вас. Не понял? Да ничего, я так. Мне вроде послышалось что-то. Послышалось, послышалось. А раньше где вы работали? В системе Цекавшири. Понятно. Оставьте заявление. Я направлю запрос в отделение. Да но там ведь все написано. Оформите. Синим этим карандашом. Зайдите к концу недели. До свидания. Приятного аппетита вам, Батоно-Джибо, угощайтесь. Сюда идите, уважаемый, сюда. Я бы сам вам сказал. Зачем других спрашивали? Да, имею судимость. Никуда от этого не денешься. Насколько я знаю, хороших, порядочных людей, которые судимость имели. Тогда не получится это дело. Как не получится, уважаемый? С тех пор я во многих местах работал, но никогда запросов никуда не посылали. Не получится так, я на другую работу устроюсь. Материально ответственным лицом вас не примут. А так можете, конечно, работать. А как же иначе? Ведь свой кусок хлеба я должен иметь. У меня тоже, как у вас, дети есть. Если какие деньги достану, не только себе возьму. Половина мне, половина вам. Сколько? Чего? Детей, я спрашиваю. Семеро, уважаемый.
И все девочки. Зря я, наверное, послал этот запрос. Ведь была на заявлении резолюция, мог бы сразу оформить. Может, еще не отправили бумагу? Да нет, отправили. Вы сами лично? Не я, Надя. Здравствуйте. Входите, входите. А ты оказался прав, Чичико. Мой запрос в бумагах Мирьяна застрял, и его не отправили. Сейчас Надя приказ печатает. А все-таки я обижен на вас, уважаемый. Почему? Разве мы не друзья? Ведь я отныне член вашего коллектива. У вас, оказывается, долги имеются. А чего вы мне не сказали? Убери это, ради бога. Увидят, подумают что-нибудь. А ты никому не говори. Только мы с тобой будем знать. Когда сможешь, вернешь. Можешь целиком отдать, можно и по частям. Если еще понадобится что-нибудь, не стесняйся. Хороший ты человек, и я хочу дружить с тобой. Ты знаешь, с какими негодяями мне приходится иметь дело? Деньги, деньги. Только это и слышишь от них. Но ведь не в одних деньгах счастье. Хороший человек сегодня дороже денег стоит. Мне повезло, что я тебя нашел. Ладно, Чичико. Через полгода я тебе непременно верну. По частям. Как сможешь. А сейчас иди к Наде и возьми у нее приказ. Он, наверное, подписан. Спасибо. Большое спасибо. Мы должны в присутствии свидетелей допросить вас. Что происходит? У нас сведения, что вы носите оружие без разрешения. Помилуйте. Карманы. Прошу вас ответить, какую сумму составляют купюры, обнаруженные в заднем кармане ваших брюк? Откуда эти деньги? Камарджи,
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, где здесь живут Абзианидзе? А вы сами кто будете? Я сослуживец Джибо, его друг. Инесса сейчас на работе, сынок. А мать Джибо? Умерла, бедная Тасо. А дети где? Инесса их с собой в детский сад водит, всех четырех. А Джибо что слышно? Не знаю я, сынок. Ты не подумай, мать. Я правда его сослуживец. Уж не директор ли? Да, директор. Знаю, знаю. Говорили о вас, что вы очень добрый человек, что хорошую характеристику дали Джибо, и на суде лучше всех выступали. Ничего особенного. Я свой человеческий долг выполнил. Вот это мы на работе собрали, друзья Джибо. Хорошо, сынок. Сколько тут? 5000. Так много денег я не могу взять. Вы сами отнесите их Инессе. Ее детский сад тут, рядом. Хорошо, вечером я еще зайду. Так будет лучше, сынок. Бедная девочка, она с ума сойдет от радости. Не могу скрыть от вас. Как это происходит, я не знаю, но они иногда встречаются друг с другом. И знаете, оказывается, почему он бежал? Почему? Я, говорит, рассчитаться должен с тем, кто погубил меня. Но тот нехрист, оказывается, уже успел умереть за это время. Под машиной. Бог справедлив. А что он еще говорил? Очень огорчился, узнав о смерти этого, как его звали? Его погубителя. Тагварелидзе? Да, кажется. Конечно, Джибо предпочел бы его сам укокошить, не правда? Что вы? Джибо надеялся, что тот наконец скажет правду. Ведь он один знал, что Джибо невиновен. Ой, господи. Побежала я, извините. Вечером я приду, передайте Инессе. Алло. Мириан Ивар. Это я, Мириан. Здравствуй. Ты, говорят, заходил ко мне? Да, вчера ночью. Не мог подождать? Я на операции был. Разыскиваем тут одного, Абзианидзе. Да, правда. Знаешь ли ты, что этот твой бывший сотрудник Абзианидзе побег совершил из тюрьмы? Что? Не слышно. Ты из автомата звонишь? Ну вот, этого Абзианидзе мы вчера в 1:00 ночи обложили в районе Ортачала. И что? Опередил нас, сукин сын. Не слышно, куда определил? Не определил, а опередил. Что, выстрелил раньше? Какое там выстрелил? Мы в засаде сидели, а он своим ходом явился в милицию с повинной. Причем не в наше отделение, а в другое. Алло. Слушаю тебя, Ломкаца. Значит, другое отделение явился? Ну да, все наши старания на смарку. Какое у тебя дело, Мириан? Может, помощь нужна? Удивляешь меня, Ломкаца, когда я нуждался в помощи? Просто мы с тобой давно не кутили. Да, надо встретиться, надо. Когда я поставил стекло, чтобы не видеть, грудь ветер не дул, да? Садись. Я почувствовал такой, садись. А потом, если бы мне дали такую машинку, да, например, ездить вместо мотороллера, так прелесть, 40 километров в городе, везде знаки, Петровна. 40. Как, собственно, ты помнишь того парня, который у нас в кадрах работал?
Как же, Гед Иванович, из тюрьмы, говорят, бежал. Да, я тоже слышал, но его опять задержали. Совсем погубил себя. В этом отчасти и наша вина. Мы плохо заботились о человеке. Истинно так, Гед Иванович. Сейчас тоже не поздно. У него дома четверо голодных детей. Им помощь нужна. Составь список и обойди людей. Это вот от меня. Дай Бог вам здоровья, Гед Иванович. Помогите! Альберт, мать твою! Помогите! Альберт! 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 Чуть-чуть, пока-пока. Пока. Зачем приходил Мириан? Дело было. Небось, за городом кутил. Погода сегодня была подходящая. Что у тебя нового? Ничего особенного. Послушай, Ломкаса, Абзианидзе-то от вас опять убежал. Кто тебе сказал? Я сам видел его сегодня вечером из машины.
Что ты говоришь? 15 минут назад я присутствовал на его допросе. Он все плакался, что у него две двойни. Хотел нас разжалобить. Я что-то еще хотел сказать, потом скажу, когда увидимся. Пока. Мириан, я все рассказала Гуге. Он ищет тебя, чтобы убить. Он не пощадит тебя. Слышишь, он убьет тебя. Раз я знаю, с кем имею дело, теперь уже не страшно. Что теперь со мной будет? Как мне быть? Откуда я знаю, что с тобой будет? Ребенка хотя бы пожалел. А что его жалеть? Разве он мой? Я покончу с собой. Делай, как знаешь. Ты совсем не изменился, Мириан. Посидел немного. Но это даже красит тебя. Садись, милая. А я, как видишь, сдала. Постарела? Нет, дорогая медико. Ты так же красива, как и прежде. Чем могу служить тебе?
Неудобно мне, но я должна тебя побеспокоить. Моя дочка второй уже год сдает технологический, и опять срезалась. Угу. Теперь хочу, чтобы она поступила на службу, для стажа. Ну и заработает немного, понятно. Нелегкое это дело, медико. Сама знаешь, повсюду штаты сокращают. Но для тебя... Оставьте заявление, если что будет, я сообщу. Заявление у дочки, она в приемной. Петровна, там девушка сидит, пусть войдет. Подойди, не стесняйся. Ваше имя? Кэти. Кэти. А почему Кэти? Ну вот, дорогая Кэти, поздравляю. С сегодняшнего дня вы член нашего коллектива. Какое ваше первое впечатление? Нравится наш завод? Очень хорошо здесь. Спасибо вам, Батону Мире. Не за что. К экзаменам готовитесь? Да, на вечернее отделение хочу поступить. Добавить Кэти. Мне тоже на завод. Спасибо. Ну как, сдала экзамен? Да, приняли. Я вам так благодарен. Экзаменаторы спрашивали, не родственник ли вы мне. Я ни при чем, вы сами оказались молодцом. Вчера наши на экскурсию ездили. Ты почему не поехала? Одна знакомая пальто должна была принести. Вечером сама зайду к ней. Зачем переплачивать какой-то спекуляции? Примерьте. Нравится? Мне кажется, великовато. Другого ничего нет? Есть. Неси. Можно примерить? Конечно. Очень вам идет. Что, не нравится? Нравится. Интересно, сколько оно стоит? 2000. Нет, 6. Я сказал 2. Понятно. 2000. Почему вы сняли? Если у вас денег не хватает, я одолжу. Кэти, решайтесь. В следующий раз нас сюда могут не пустить. Я не спешу. Когда сможете, вернете долг.
Я участвую в лотерее в нашем цехе. В апреле должна получить 2000. Можно? Входите. Я деньги вам принесла, Батона Мириан. Так быстро? Я заняла. Заняли? Почему? Значит, вы взяли в долг у хорошего человека, чтобы вернуть плохому? Я ведь сказал, что не спешу. Сегодня же верните. Батона Мириан, почему вы по нашей улице больше не ездите? По вашей улице? А ведь верно, не езжу. Завтра непременно объявлюсь. Поздравляю вас. Можно откроем? Конечно. Это настоящие? Наверное. Сегодня 8 марта, и все ваши желания должны исполняться. Что еще желаете? Давайте прокатимся. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Пожалуйте. Присмотрите за машиной. Что случилось, Кет? Почему вы ничего не едите? Мне холодно. Хотите шубу на вас накину? С вашего разрешения я коньяк выпью. Можно? Будьте здоровы. Потом...
Почему вы так со мной обращаетесь? Разве я с тобой плохо обращаюсь, Кэти? Тогда почему вы не ласкаете меня? Что вы говорите? Как не ласкаю? Я вам совсем не нравлюсь. Какое это имеет значение? Имеет. Имеет. Это главное. Придите в себя, Кэти. Вы молоды, только начинаете жить. А я... Что вы? Не говоря уже о возрасте, у меня жена, дети. Не так просто разрушить семью. Я об этом и не думаю. Мне просто хочется быть рядом с вами. А разве сейчас вы не со мной? Вы не любите меня, и потому так говорите. Вы не знаете, Кэти. И не должны об этом знать. А вы трус, оказывается. Кэти, я не могу дать волю своим чувствам. Если между нами что-нибудь произойдет, вы потеряете честное имя, собьетесь с пути, и во всем этом виноват буду я. Меня выгонят с работы, исключат из партии. Скажут, что я злоупотребил служебным положением и совратил девушку. Нет, я не могу довериться вам. Не скажу. Никому не скажу. Никогда не скажу. Я люблю вас. Береженного Бог бережет. Правильно, детка. Выпьем шампанского. У тебя есть братья? Спасибо. Если разобраться, у нас много общих позиций. Например, ты, ярый противник... Ты смотри, что этот наглец делает. Ты за свободную любовь, я тоже. Вы омерзительное чудовище. Мао Цзэдун прав. О, нет, я с ним не согласен. Раз Мао так сказал, значит, он не понимает Фрейда. Хорошенько поразмысли. Нетрудно прийти к выводу, что лучшим решением проблемы голода и нищеты является военное решение. И ты в этом убедишься, когда там, в Миранде, в твою постельку заберется целый батальон пехотинцев. У тебя есть возражения? И что теперь? Твой-то заряжен, я полагаю. Ты же пришла меня убить. Так что я без труда могу пристрелить тебя. Вынужденная самозащита. Здравствуй. Надеюсь, ты теперь не обижаешься на меня. Мы тогда детьми были. О какой обиде говоришь? Неужели все забыла? Все. Все ты не могла забыть. Не имеешь на это права. Когда ты вернулся из армии? Уже месяц. Все искал тебя, но ваши даже не знают, где ты живешь. Что происходит, Кэт? Ничего. Ну, будь умницей. Я не могу больше так жить. Ладно, перестань, я скоро вернусь.
До свидания. Обманщик, негодяй, я убью его. Да, он не прав, но во всем я одна виновата. И жертва, дура, не жертва. Этот маньяк заранее все обдумал, рассчитал каждое слово, движение, взгляд и деньги, которые он тратил на тебя. А получилось так, будто ты совратила его. Нет, этого простить нельзя. Таких, как он, убивать надо. Я убью его, убью. Гуга! Гуга! Мириан, я все рассказала Гуге. Он грозится убить тебя. Спрячься, Мириан, или уезжай куда-нибудь из города. Ты всего достоин, но я не хочу, чтобы из-за тебя погиб Гуга. Он не пощадит тебя, убьет. Самхарадзе Збина, а? Это квартира Самхарадзе? Да, Самхарадзе. Извините, с кем я говорю? Это я, бабушка Гуги. А ты его товарищ? Почему вчера не пришел проводить Гугу? Да, я товарищ. А куда уехал Гуга? В море ушел, сынок. На пароход нанялся, и они на 6 месяцев ушли в плавание, в океан. Это ему, а это наверх. Добавь еще 1000, я запишу. Алло? Алло? Слушай, говорит твой друг и коллега Котошавдия. Как живешь, Гед Иванович?
Здравствуй, Кото. А ты сам как? Мы трудимся помаленьку. Вот теперь Акопян стоит над головой с балансом. Торопит сверху, сам знает. Конец квартала. Выпить с тобой хочется, Гед Иванович. Смотри, не отказывай, как в прошлый раз, обижусь. С удовольствием, дорогой. Ты только скажи, где и когда. Деньги для того дела отложили? Конечно, Гед Иванович. Прости, Кодзо. Сегодня снег и далеко ездить не стоит. В 9 вечера девочки придут. Такие красавицы пальчики оближут. Где? Тупик Мегрелишвили 5. Квартира 3. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите вам представить Мириан Табидзе, истинный супермен. Это вот Джулия, наша сегодняшняя хозяйка. А это моя первая и последняя любовь, Кетуша. Очень приятно. Ты бы предупредил Кото, с кем предстоит встреча. Это сюрприз, дорогой. Я ведь знаю, ты женщин терпеть не можешь. В чем я провинился, что вы меня убить собирались? Если бы я хотела твоей смерти, не позвонила бы тебе. Как? Он говорил, что тебя убить мало. Но не такой он человек. Хорошее дело, не такой человек. 4 раза в меня стрелял, я просто чудом спасся. Что ты говоришь? Последний раз на той неделе было. До того, как он ушел в плавание. Плавание? Море, это хорошо. Он там стихи напишет. Вы разве больше не встречаетесь? Если бы встречались, меня бы здесь не было. Кончай об этом. Перейдем к делу. Тебе нравится Джулия? Ничего себе. С тобой не сравнится, но... Ночевать здесь останешься. Она знает, я ей сказала. Угощайтесь. Кажется, нам пора уходить, Кэти. Куда вы спешите? Останьтесь. У меня в детстве аллергия на кофе. Терпеть его не могу. Вставай, Кэти. Надоели с этим кофе.
Рамухта, Батону Мириан. Кто с вами, Батону Мириан? Вы не слышали выстрела? Ара? Нет. Так точно, товарищ депутат. Гуго Самхарадзе зачислен в состав экипажа, их корабль находится сейчас в районе Гибралтара. Большое спасибо. До свидания. Шемуди. Зайди ко мне. Если меня спросят или позвонят, меня здесь нет. Что с вами, Батону Мириан? У вас усталое лицо. Посплю немного. Скажи вахтеру, чтобы посторонних не впускал. Отдыхайте, Батону Мириан. Постойте, куда вы? Он ждет меня, барышня. Рашиеса. В чем дело? Чем исахели? Мое имя вам, конечно, известно. Меня кругом все знают. Баха-баха меня зовут. Вы, конечно, понимаете, что это значит. Так это вы Баха-баха? Да, я. Ого, без фильтра? Я тоже приму курю. И дешево, и легко можно достать. Дайте, пожалуйста, прикурить. Вам спасибо. Так значит, вы Баха-баха. Так? Да, это я, ваш друг и коллега. Я потому сейчас побеспокоил вас, что хотел узнать, получили мое письмо или нет. Как же, получил. Получил и сейчас прочту вам. Пат Мириан.
У вас, Мирьян, прошу прислать мне 10 тысяч руб, которые мне нужны в связи с тем, что я недавно вышел из тюрьмы. Может, я не верну вам деньги, но взамен в моем лице вы приобретете друга, авторитет которого послужит гарантией безопасности вашего объекта, куда отныне никто не сунет носа. Я понимаю, что расходы у вас большие, но надеюсь, что столь малая сумма не обременит вас, и вы сотворите еще одно доброе дело. Деньги отнесешь в закусочную Малаки и передашь там буфетчику Чугуре. С уважением, Баха-Баха. А ты шутник, оказывается. Знаешь, я много смеялся. Человек нуждается и просит коллегу помочь. Разве это шутка? Ты уже сказал это слово. Кто твой коллега, сопля? Но. Я вор и не скрываю этого. А ты обязан помочь вышедшему из тюрьмы коллеге. Выйди вон, а то я милицию позову. В магазине такое не купишь. Вы бы хоть технологию соблюдали, уважали бы потребителя. Говорят, 3-4 года назад я одного твоего сотрудника уже отправил в тюрьму. Посадил, в общем. Тебя, видно, котелок варит. Хочешь, я тебя на работу возьму? Честно заработаешь кусок хлеба. Хватит, кончайте болтать. Я тебе сказал свое слово. Даешь монету? Да или нет? Иди-ка ты, сынок, домой. Тави домой. Не всякий, как я, будет с тобой лясы точить. Пустит тебе пулю в лоб, и дело с концом. И еще тебе скажу. Ты особенно на свой ножик не надейся. Такие везде продают. И у другого он может оказаться. Спасибо вам, Батону Мирьян, за родительское наставление. Постараюсь учесть ваш совет и обзавестись более серьезным оружием. Извините меня, кто вам нужен? Я хотел видеть Баха-Баха, я его друг. У нас такая беда, я сейчас вам стул вынесу. Садитесь, дорогой. А где он сам, уважаемый Баха-Баха? Арестовали его. Увели моего мальчика, моего Баху. Что делать мне, несчастный, прямо не знаю. Обвиняют его в убийстве. Да он и мухи не обидит. Разве мой Баха способен убить человека? Баха-Баха убийца, что за чушь? Он добрый и своеобразный парень. Думаю, что это недоразумение. Знаете, как только его освободят, пусть зайдет ко мне. Я обещал его устроить на работу. Пусть сядет на свой мотоцикл и прямо ко мне.
У него нет мотоцикла и никогда не было. Пахо с детства о машине мечтает. Прямо по ночам бредит. А когда его взяли? Что-то около 8 часов. Да, ровно 8. Как это ужасно, когда с утра тебя поднимают с постели. Не утром это было, а вечером. Как раз по телевизору Муамбе передавали. Как? Ведь сейчас только 7:30. Не сегодня, а вчера. Вчера в 8 вечера его арестовали. Вчера? Да, вчера. 8 вечера? Когда показывали Муамбе. Постойте, постойте. Вы говорите, вчера вечером его увели? Кто же тогда ночью стрелял в меня? Я мог и видеть, батон. Что с вами, батон? Вам плохо? Что с вами? Что? Вам плохо говорю? Вам плохо? Купите на это что-нибудь и отнесите вашему сыну. Письмен, батон. Счастливый ты человек, старик. Смеешься, сынок? Что ты, разве я посмею? Живешь себе спокойно. Ничего и никого не боишься. Оказывается, в этом счастье. А чего мне бояться? Всю свою жизнь я только добро делал. Ты знаешь, что такое добро, что такое зло? Когда человек только о себе заботится и не думает о других, он служит злу. Ты говоришь, что всегда добрые дела делал. Неужели никогда не ошибался? Сколько угодно. Много бессонных ночей провел в сожалениях об этих ошибках. Я помню, однажды соседского мальчика отлупил. Ни за что. Дал ему подзатыльника. Я был неправ. Потом этот мальчик по трамвай попал. Я чуть было с ума не сошел от горя. И так наказал себя. Вот, палец топором отрубил. Боже мой. Но ты же мог как-то иначе искупить вину. Господь все-таки наказал бы меня. Ты веришь в Бога, отец?
Я не ученый человек, но так понимаю. За все грехи рано или поздно с нас спросится. За все грехи? За все? Да, сынок, так будет. Мириан, чаю тебе подать? Оставь меня в покое. Алло. Мириан, может врача вызвать? Закрой дверь. Говори же! Говори, проклятый, что ты молчишь? Говори! Говори! Агитзона сасурса зеда да иго инак. Парс, кани хо саме куше, да ми ет саму ше, да ми ет с парс. Краурасткви? Какие слова вы произнесли? Мане, текел, фарес. Эти слова были на стене моего дома. Возникли и исчезли сами собой. Грешен ты, сын мой. Очень грешен. И видно, Господь явил тебе свою кару. Скажи мне, святой отец, Бог действительно существует? А ты как думаешь, какого ответа ждешь от меня? Мне хочется, чтобы Бог существовал. Только чтобы он был добрый, милосердный, отпускающий грехи. Понятно. Я коротко скажу. Для верующих Бог существует, для неверующих нет. А сатана может покарать человека за грехи? Нет, сын мой, за грехи нас только Господь карает. Скажи мне, что такое грех? Что считается сегодня грехом?
Прочти Евангелие. Прочти 10 заповедей. Не убий, не укради, не прелюбодействуй, не клевещи. Скажи, ты член партии? Это ничего. Тогда устав вашей партии ты, наверное, читал? Там о тех же обязанностях говорится, что и в священной книге. Изучи вашу программу и устав, и тогда не будешь путать добро со злом и правду с ложью. Я и не путаю. Только, отец мой, жить не так просто. Я жил. А когда живешь, трудно избежать всякого. Мне многое приходилось делать, как и другим. Ты должен был творить только добро, и тогда твоя душа не была в смятении. Возлюбивший богатство становится бесчувственным, глаза его слепнут, и разум замыкается для добра. Но что за необходимость в том, чтобы я был непременно нищим и голодным? Неужели Бог милостлив только к бедным и неимущим? Нет, сын мой. Бог всегда был милостлив к нам, грузинам, за то, что мы честно трудились и любили родину. Жадность не должна превратить человека в ненасытного хищника. То, что сейчас некоторые называют делом, а вернее деланием денег, всегда считалось у нас позорным. Человек приходит на эту землю голым и неимущим, и таким же уйдет отсюда. Ничего не возьмет с собой. Ну и как наказывает Господь грешника? Он ведь сам не спустится на землю ради меня. Кто-то преследует меня, чтобы убить. Кто он? Его кто-нибудь видел, кроме тебя? Кого? Того, кто хочет убить тебя. Нет. И не смог бы увидеть, потому что он существует только в твоем сознании, как приговор, вынесенный тебе твоим же разумом. Но пуля его страшнее, чем земная. Так что же может спасти меня? Неужели нельзя покаяться в грехах? Прежде чем просить отпущения грехов, нужно отпустить грехи тем, кто сам перед нами грешен. Я всем прощу, всем. Только пусть и меня простят. Я согласен. Твое согласие больше похоже на хулу против Господа, чем на смирение перед Ним. Или ты хочешь грешником уйти на тот свет? И хочу я на тот свет, отец мой. Я здесь хочу остаться, на этом свете. Я ведь еще не стар. Я здоров и полон сил. На тот свет я еще успею уйти, когда время придет. Что это вы все обещаниями нас кормите? Сегодня нам плохо, но завтра будем жить хорошо. А кто будет жить? Кто? И почему какой-то бездельник и лентяй должен жить хорошо в стране, созданной моим трудом? Нет. Я один раз живу на этом свете, один раз, и сейчас хочу хорошо жить. Простите, святой отец, это вас не касается. Ты креститься умеешь? Что тут уметь? Поставь свечу и молись. Свечи у меня нет. И молитву я не знаю.
Думай про себя, обо всем, что ты совершил, и проси у Бога прощения. Это будет твоя первая молитва. Святой Отец, помоги! Извинись, умоляю тебя. Не оставляй меня одного. Я прошу тебя, прости меня. Прости в последний раз. Умоляю тебя. Прости в последний раз. Прости, Святой Отец. Прости. Я ставил свечу, а сам в душе смеялся. Как же думаю, Господи, так я и поверил тебе, что ты видишь и слышишь меня. Прости, Отец, что так думал я и тогда, когда крестился. Успокойся, Мириан. Ты здесь, у себя дома. Что ты здесь делаешь? Отлично, дорогой. Теперь вы мне скажите, был ли кто-нибудь, кроме вас, очевидец, так сказать, всех этих событий? Нет, к сожалению. В этом дело. Вы утверждаете, что в бассейне, бани, пули не было. Банщик обшарил все дно, но не нашел. Вы говорите, что ветровое стекло было пробито пулями. Случайно не сохранилось? Что? Ну, это ветровое стекло, хотя бы осколок. Нет, мы поставили новое. Правда, мастер решил, что оно пробито камешками. Так, прекрасно. Камешками, значит. А в ту ночь... Когда вы у некой благородной вдовы находились. Кстати, сколько ей лет? Кому? Вдове этой. Ну так по 30. О, под 30, да, предосенняя пора, самая распрекрасная. Скажите мне, пожалуйста, а там, у этой благородной вдовы, там были эти выстрелы? Нет, там не стреляли. Значит, он только прицелился и внутри церкви выстрелил, так? Да. А на стене церкви пулевого отверстия вы не... Нет, там я не искал. Хорошо, очень хорошо, даже прекрасно. Потому что если бы вы искали, ничего бы не нашли. Почему? Да потому что об этом, по-моему, вам и священник сказал. Тот неизвестный в маске, который вроде бы, так сказать, преследует вас. Так вот, тот неизвестный является не реальным существом, а чистейшим плодом вашего воображения. На этом фоне вы постепенно
и потихоньку свыклись с мыслью, что якобы с вами... А что вы об этом скажете? Это тоже плод моего воображения? Как же, дорогой, непременно скажу. Именно это письмо, а до него еще те странные слова, написанные детьми на стене вашего дома, о чем вы сами правильно догадались, подготовили вас к последующим событиям. На это накладывается и визит того бродяги-рецидивиста, владельца всего холодного оружия, который, возможно, действительно был в маске и бросил в вас нож с целью устрашения. Все эти факторы усугубили ожидание возмездия. Разве я не прав? Допустим, вы во всем правы. Но как объяснить эти бесконечные телефонные звонки и молчание в трубке? Я уже вылечил несколько пациентов, которые свихнулись на телефонной почве. Это пустяки. Четит. Подвиньтесь. Эй, Рогорц... Кстати, как мужчина мужчине. Скажите мне, как у вас дела насчет тяготения к, так сказать, прекрасному полу? О, грандиозно! Батону Теймурадзе, как называется моя болезнь? Ничего такого, вы абсолютно здоровы. А если меня спросят, как это называется на вашем языке? Все это, дорогой мой, вместе взятое, можно сформулировать следующим образом. Так называемая паралофибия, или страх перед возможностью оказаться в чем-либо виноватым, перед обществом, что может бросить тень на ваш высокий авторитет и достоинство. Этот страх, или если угодно вам страхи, возникли на почве чрезвычайно обостренного чувства гражданской ответственности и ваших высоких моральных качеств. Именно следствием этого и является те паралогические и смешанные с галлюцинациями псевдологические факты, которые индивид, то есть в данном случае вы, верите в придуманные вами истории, даете им несостоятельную интерпретацию, и все это в данном случае выражается в форме депрессивного самоистязания и самообвинения. Вам сейчас нужно отдохнуть и развлечься. Общественные дела отложите в сторону и думайте больше о личном удовольствии. Вы меня поняли? О личном удовольствии. Женщины, чистый воздух и бег трусой. Вот рецепт вашего лечения. О, черт, последнее время сердце у меня пошаливает. Мне тоже сейчас не мешает пробежаться. Прочь от этого дома болезни! На минутку, доктор, объясните. Простите, спешу. Очень спешу. Подождите, я ребенка дома оставила, он болен. Наверное, мама звонит. Слушаю. Алло. Тех? Ахлавы? Да, сейчас.
Патономириан, вас спрашивает. Меня? Кисмет? Слушаю. Алло. Кисмет, батон. Слушаю вас. Кто это был? Француза. Хмагайконе. Вы голос слышали? Тех? Да. Батон Мириас. Попросите говорить батона Мириана. Я слушаю вас. Тебя, наверное, интересует, кто я такой. Так это вы, уважаемый? Да, это я. Можешь обращаться ко мне на «ты». Садись. Извольте, как скажете. В жизни всякое случается. Главное, чтобы мы поняли друг друга. Порой даже лучше, когда знакомство с ссоры начинается. Потом люди друзьями становятся. Разве не так, уважаемый? Завтра вечером в Кировском парке придешь без оружия. Я тоже. Что вы, зачем нам оружие? Поговорим спокойно. Посмотрим. Я уверен, что мы найдем общий язык. Мы должны понять друг друга. Садись, тебе говорят. Надеюсь, милицию с собой не приведешь. Тебе же будет лучше. Что вы, уважаемый? Вы, я вижу, меня знаете только на расстоянии выстрела. Нет, гораздо ближе. Спокойной ночи. Вам также. Значит, завтра вечером в 6 часов в Кировском парке. Да, пришла пора встретиться.
Что теперь со мной будет? Как мне быть? Откуда я знаю, что с тобой будет? Ребенка хотя бы пожалел. А что его жалеть? Разве он мой? Я покончу с собой. Делай, как знаешь. Не до тебя мне, парень. Я ведь сказал вам вчера, я тоже просил. Что ты сказал? Ничего. Нет, ты что-то сказал. Кто вчера? Да. Кто ты? Ис. Тот самый. Финни. Кто? Ис. Тот самый. Так это ты, подонок? Это ты тот самый сопляк, с кем я так уважительно разговаривал? Ах ты, сукин сын, да я тебя... Здесь не место. Отойдем в сторону. Пустите руку, я не убегу. Интересно, что тебе от меня нужно? Знал бы, что вы мне руки выкручивать станете, не так бы поступил. Что бы ты сделал? То же самое, что раньше, только более метко. Пойдем, сядем и поговорим. Если она тебе нравится, сегодня же будет твоей. Я вас по делу позвал. Знаю, знаю, по делу. Говори, сколько хочешь. Один лимон. Ты, может, миллион хотел сказать? Да. Ну, молодец. Была бы возможность, я бы сам тебе меньше миллиона не предложил. Полмиллиона тебе только за эту шутку полагается.
А другая половина за то, что ты целых 7 месяцев так мучишься. Если бы я это знал, сам бы подставил свой лоб под твою пулю. Умереть миллионером тоже почетно, хотя бы с точки зрения одного человека. У вас еще будет возможность. Чего? Умереть миллионером. Пошел ты. А ты коварный человек. Я поверил твоему слову и пришел без оружия. Правильно сделал, иначе вас уже не было бы в живых. Что поделаешь? Я переведу тебя в склад готовой продукции. Свою долю будешь иметь. Двухкомнатную квартиру дам. Вот тебе ключи. Бери машину. Что ты на мне уставился? Нет у меня миллиона. Нет. Я знаю, вы удивитесь. Подумайте, что я шучу. Мне ваш... автограф нужен. Что? Автограф. Какой автограф? Автограф. Ваш. Я что, Марлон Брандо? Может быть. Зачем тебе? Нужно. Хорошо. Сейчас дам. Вот. И из-за этого пустяка ты меня убить хотел? Я вас? Нет, Батон Умире. Это вы меня убить хотели, но не смогли. Вы впредь попытаетесь меня убить, но ничего не выйдет. Понимаю, мой хороший. С сегодняшнего дня считай, что я тебе как родной отец. Ты что-то усталым выглядишь. Хочешь на работу, вообще не ходи. Зарплату как пенсию тебе на дом буду посылать. Ну как, идет? А теперь поешь что-нибудь. Ты ведь свое получил? Я должен идти. Куда? Одного тебя я не пущу. Мы вместе пришли, вместе и уйдем. Я сейчас расплачусь и приду.
Это концерны? Директора мне срочно. Слушаю вас. Не кладите трубку, секретарь райкома с вами говорить хочет. Кисмент? Слушаю. Алло. Камардюбат. Здравствуйте. Камардюбат Пациенло. Здравствуйте. Камардюбат Пациенло. Здравствуйте, Батону Вахтанг. Кибатону Табидзе Гис. Табидзе слушает вас. Вы, товарищ Табидзе, в своем уме? Мы? Как? То есть, мне кажется... Менгони, Пациенло. А в чем дело? Немедленно явитесь в райком. Входите, входите. Он ждет вас. Что вы такое натворили? Он очень сердится. Очень. Не знаю, я... Прошу. Скажите, вы не больны? Я... Нет. Тогда объясните, что это значит? Какое заявление вы написали? Клянусь вам, товарищ Вахтанг, честным именем коммуниста клянусь. Это заявление я не писал. Даже не знаю, что там написано. Но я уверен, это ложь и клевета. Где ваш партбилет? Сейчас дам. Нет, я с ума сойду. Всегда с собой ношу в этом кармане, поближе к сердцу. Напрасно ищи ближе к сердцу. Вы даже не знаете, что потеряли его. Разрешите, выпью. Извольте. Вам плохо? Нет. Спасибо. Мы еще выясним, как это случилось. Ваш партбилет лежал вместе с заявлением. Вернее, к
партбилету было приложено заявление. За это вас накажут. 25 лет вы работаете на ответственном посту. Вы должны другим пример подавать. А между тем, это не первый случай, когда вместе с бумажником партбилет пропадает. Не качайте головой. Хотя я вижу, бумажник с деньгами у вас цел. Вспомнил. Вспомнил, товарищ Вахтанг. Дня два тому назад я зашел в цех. Было очень жарко, и пиджак я оставил в кабинете, на стуле. Это, конечно, не оправдание, наказание я заслуживаю. И будете наказаны. Но меня пока это заявление интересует. Можно его прочитать? Мне трудно сознаваться, но, как видно, в жизни наступает пора, когда нужно посмотреть правде в глаза, какой бы горькой она ни была. Такую вот минуту и пишется это заявление под диктовку проснувшейся совести. Много преступлений я совершил перед государством и перед обществом. Готов признаться во всем при личной встрече с вами. Готов понести любое наказание и буду считать себя счастливым, если после морального очищения у меня останется хоть один день, чтобы прожить его честно, как подобает полноправному. Табидзе, Табидзе, у Мардагедзина там хана гудабидзе. Вы заснули, товарищ Табидзе? Эхлэсэй мартлэмит харит. Скажите правду. Эс ганс хадэба. Это заявление вы писали? Нет, что вы? Как вы могли такое подумать, товарищ Вахтанг? Если вы сомневаетесь, назначьте экспертизу, и все станет ясно. Обойдемся без ваших советов. Как вы думаете, чьих это рук дело? Никого не подозреваете? Если бы я знал, своими руками бы задушил. Я поручу партийной комиссии разобраться с этим заявлением. А вам в связи с этим считаю нужным сказать, что под такого рода заявлением следовало бы подписаться и некоторым другим коммунистам и руководителям. Но у кого хватит мужества для такого признания? Ни у кого. И потому я лично не верю, что вы могли его написать. Понятно? Что же касается вашего партбилета, вы не смогли его уберечь, и за это будете строго наказаны. Вы свободны.
Какое заявление ты послал в райком от моего имени? Я знаю, ты один не смог бы это сделать. Поверь, больше меня тебе никто не заплатит. Если тебе мало машины, я дачу продам. Перестань бороться со мной. Я сделаю тебя счастливым. Не нужно мне твоего счастья. Один из нас должен умереть. Давай, выстрели. Но чего медлишь? Не попадешь. От страха у тебя рука дрогнет. А если убьешь меня, я из-под земли вылезу и доберусь до тебя. Стреляй же, стреляй. Стреляй. Батоно Мириан, какой-то незнакомый парень вас спрашивает. Пусть войдет. Ты что, сбежал? Выпустили меня, уважаемый, оправдали. Помните, вы не верили, что я убийца. Здравствуй. Садись. Конечно, не верили. Поздравляю тебя. Я тогда очень переживал за тебя. Знаю. Никто так по-человечески ко мне не отнесся, как вы. Мать мне все рассказала. Я никогда не смогу отплатить вам. Простите, сейчас я понимаю, как плохо тогда поступил.
Вы маме говорили, чтобы я к вам пришел, как только освобожусь. На работу меня устроить обещали. Куда прикажете, пойду? Хотите, дворником буду работать? Зачем дворником? Я тебя на хорошее место устрою, чтобы тебе не стыдно было. Как тогда я опозорился перед вами? Ничего, друг мой. Нельзя, оказывается, верить слухам. Ладно, забудь об этом. А сейчас тебе ничего не нужно? Не нужно? Я в таком положении. Бери. Возьми, возьми. Радон. Христос, патрицем. За что, уважаемый? Почему? Я хочу искупить свою вину. Меня тогда огорчило, что я не смог тебе помочь. Ты ведь только из тюрьмы вышел. Там 10 тысяч, которые ты тогда просил. Когда я был у твоей матери, я понял, что вам трудно живется. Большое спасибо, Батон Эмельян. Ну что ты, что ты? Ты ведь мужчина. Какие могут быть счеты между друзьями? Батон Эмельян, теперь я верен вам до гроба. Если разрешите, я машину куплю. Что хочешь, купи. Эти деньги твои. Теперь иди, отдохни. А завтра зайдешь. Только об этом сам понимаешь. Не нужно болтать. Понял? Что случилось, Батон Эмельян? А ну присмотрись к тому парню. Хорошо присмотрись, потом скажу. Спрячься. Ты тоже спрячься. Спрячься, я говорю. Видишь? Видишь его? Присмотрись и запомни. Запомни? Да. Что происходит, Батон Эмельян? Ничего особенного. Потом скажу. А впрочем, я сам справлюсь. Скажите, если что, я его в порошок сотру. Зря я начал. Теперь ты не отстанешь. Ладно, пойдем, мне тоже в город нужно. Ты смотри, какой гад, а? Я даже не знаю, что делать. Был бы он моим ровесником, я бы проучил его. Но он молокосос и мой подчиненный. Совсем извелся я, прямо хоть в петлю лез. На собственный завод приходить противно. А закону петля ему полагается. Клянусь, кроме добра я ничего ему не сделаю. Я займусь им, этим санеблидзе. Вас это не коснется. Вот увидишь, на коленях будет ползать перед тобой. Не смей.
Как бы то ни было, меня очень огорчит, если он погибнет. Я его так порешу, что никто не узнает. А вообще знаю, если кто-нибудь избавит меня от него, я там удачу подарю. Выброси это, не кури. Посмотри, там лучше должны быть сигареты. Ого. Ах, это валяется в машине. Хорошая штучка. У тебя, наверное, тоже найдется не хуже. Нет, к сожалению. Пап, не может быть, чтобы у такого известного в городе парня оружия не было. Возьми себе. Дарю. Спасибо, Мирен, спасибо. Ладно. До завтра. Чугур. Больше ничего не хочешь? Всего. Я желаю, чтобы ты со мной выпил. Спасибо, я не пью. Ничего. Выпьешь из-за уважения ко мне. Не выпьешь. Тогда ты не мужчина. Говори нормально. Из какого ты района? Из Сололак. Я думал, из Дидубе. Черну знаешь? Кого? Хотя ты его можешь не знать. Он давно сидит. А Пентиху знаешь? Кобру? Нет. Какой же ты к черту горожане? Их весь город знает. Не слышал даже. Славные они ребята. Отличные. Может быть. Никаких может быть. Раз я говорю это так. Ты про Баха-Баху слышал? Первый раз слышу. Я Баха-Баха. Ну и будь, кто тебе мешает. Осторожнее, парень. С вором разговариваешь.
Воры в тюрьме сидят. Ух ты. Как ты смеешь? Я в рамке сижу. Вор есть вор. Короче, твой директор Мирьян мой кореш. Сказал? Сказал? Ты обещал? Обещал? Он? Что он? Что он обещал взамен? Ничего. Мирьян мой брат, старший. Деньги заранее возьми. А то кроме этой развалюхи машины ничего не получишь. Я машине потом пожалеешь. Поверь мне. Кто ты такой? Вор? С Мирьяном у меня свои счеты. Не отстанешь от него? Нет. До свидания. Тогда со мной будешь дело иметь. Пусть будет так. Только не советую тебе. Не вмешивайся в это. Хороший ты парень, не можешь себе шею свернуть. Что, что ты сказал? Жаль мне тебя. Не понимаешь, что Мирьян дурачит тебя? Да пошел ты! Этого ты не должен был делать. Что он хотел? Почему он завелся? А черт его знает. Дальше. Они долго говорили. Дальше. И вас вспоминали. Потом поссорились. Баха водку вылил ему в лицо. Я испугался, что из-за этого у меня столовую закроют. Плевать мне на твою столовую. Дай телефон. Не ссориться надо было, а выстрелить и прикончить этого сукиного сына, чтобы не гнить самому в земле.
Слушаю. Меня кто-нибудь спрашивал? Нет, Батону Мирья. Только Георгий Санеблидзе разыскивает вас. Тот самый, что работает на автокаре. Вы его знаете. Он и сейчас стоит во дворе и ждет вас. Из министерства никто не звонил. Постой, Надя. Ты скажи. Скажи этому Санеблидзе, чтобы он подождал меня. Я непременно приду. Слышишь? Пусть подождет. Понятно, Батону Мирья. Интересная встреча, не правда ли? Вы правильно сделали, что могилу себе вырыли. Нельзя все время другим копать могилу. Достаньте ящик. Я жду. Знал? Знал, но не знал, где вы закопали. Ключи. Постой. Постой, умоляю тебя. Не стреляй. Мы пока еще... Ты грабежом занимаешься, я честно тружусь. Мы оба любим жизнь. Умоляю тебя, не стреляй. А тебе досталось честным трудом? Конечно, конечно, честным трудом. Я никого не убивал, не грабил и не обижал. Каждый уже получил свою долю. Возьми. Возьми сколько хочешь. Забери все. Все. Только знай, это добыто моим честным трудом, моей энергией. Твоя энергия могла послужить людям. А разве я не помогал? Я и тебя сделаю счастливым, если поддержишь меня. По-человечески будешь жить. Честным трудом. Чтобы потом, как ты, сгноить с земли то, что добыто честным трудом. Ты прав. Деньгам не место в земле. Но в нашей стране некуда девать деньги, не на что их тратить. Кто тебе разрешит иметь еще одну машину, еще один дом, самолет или яхту? Ведь у нас человек вынужден, понимаешь, вынужден закапывать в землю деньги. Давай, знаешь что? Послушайся меня. Уедем вместе туда, где не считается позором делать деньги. Куда? В другую страну? Да, конечно, за границу.
Я не могу жить нищим на одну зарплату. Знаешь ли ты, сколько бессонных ночей, сколько страха лежит вот здесь? У скольких штатных и нештатных вымогателей вырвал я все это из пасти. Талант человека должен иметь простор. Уедем вместе, только никому об этом не говори, слышишь? Никому. Ты мне доверяешь? Тебе? Тебе доверяю. Доверяю потому, что ты такой же, как я. Мы должны быть вместе. Вместе мы горы своротим. У меня есть опыт, талант. У тебя молодость, сила, энергия. Согласен? Согласен? Допустим, я соглашусь. Что я буду иметь? Что? Что хочешь? Вот. Половина этого твоя будет. А? Открой. Что это? Музыкальная шкатулка. Открой и заиграет. Не двигайся, подонок! Не стреляйте! Вы ведь однажды уже убили меня! Ой, 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 ой
Thank you.
Что теперь со мной будет? Как мне быть? Откуда я знаю, что с тобой будет? Ребенка хотя бы пожалел. А что его жалеть? Разве он мой? Я покончу с собой. Делай, как знаешь. Мама покончила с собой. Ты думал, что вместе с ней погиб и ребенок. Но я уцелел. Я долго тебя искал. И когда нашел, понял, кто ты. И от чего мама умерла. И тогда я решил помочь тебе. Ведь должен был появиться кто-то, кто напомнил бы тебе о прошлом, разбудил в тебе задремавшую совесть. Я этого не смог. Извини, отец. Я очень сожалею, что так измучил тебя и причинил тебе боль. Я ведь мертвый. Пусть Господь простит тебя, если может.